Сегодня в меню идеальные сырники. Да, бывают и такие. Сейчас приготовлю. Для этого мне понадобится одно куриное яйцо, совсем небольшое. И у меня 0,5 килограмма творога. Если у вас творог жидкий, не как у меня вот такой вот суховатый, то даже можно взять и килограмм. То есть одно яйцо достаточно на килограмм творога. Приступаю. Яйцо разбить. Сболтать. К яйцу я добавила щепотку соли и 2 чайных ложки сахара. Я рекомендую сахара много не добавлять, даже если вы очень любите сладкие сырники, потому что в противном случае они будут просто гореть. Яйцо размешала, соль, сахар растворились, вот никаких крупинок. И все, добавляю творог. Тщательно, вот так вот вилочкой все разминаю и перемешиваю. Также добавлю пакетик ванильного сахара. Можно добавить изюма, буквально там столовую ложку или 2. Я не буду. Чтобы масса была однородной, можно пробить погружным блендером все это. Но я не буду, не хочу. Сейчас буду постепенно добавлять манную крупу по столовой ложке. Обычно у меня на 0,5 килограмма уходило 3-4 столовые ложки манки. Сейчас посмотрю. Разминать буду рукой, поэтому не хочу погружной блендер брать. Вот такая масса у меня получилась. Добавила 3 столовых ложки. Мне достаточно. Смотрите по своему творогу. К рукам она не липнет. Смотрите по своему творогу. И теперь все это богатство оставить на столе минут на 30 для того, чтобы набухла манка. Прошло 30 минут, визуально мало что изменилось. Буду формировать сырники. Разделю массу на равные части. Скатывать вначале в колобок, а потом с помощью ножа придавать форму. Еще можно катать стаканом. А затем обжаривать на сковородке на растительном масле с добавлением сливочного. Вот так, с помощью ножа я формирую сырники. Кручу, разворачиваю доску. И вот вырисовываются идеальные. Буду выпекать. Жарить на среднем огне. На большом не следует, иначе будут гореть с одной стороны, ну и по логике вещей с другой стороны. Первая сторона готова. Перевернула, продолжаю жарить. 0,5 килограмма творога у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сырников. Все-таки я советую творог пробивать погружным блендером. В этот раз я немного поленилась это сделать. Но, тем не менее, мои идеальные сырники готовы. Подавать я буду со сметаной, с вареньем и со сгущенкой. У кого какой вкус. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!